Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня у нас уже четверг, 28 марта 2024 года. Да, друзья, сегодня у нас короткий день, потому что наступает католическая Пасха. 31 марта она будет. Да, погода. Давайте посмотрим и разберемся, какая же будет у нас погода на вот эти вот праздничные. Повторяю, друзья, повторяю. Может быть, кто-то нас смотрел уже. 4 выходных дня. 4. Завтра пятница, суббота, воскресенье, понедельник включительно, да. Выходной день, праздничные. И не забудьте перевести часы. Да. На час вперед. Какая же нас ждет погода здесь, во всей Латвии? А хочу порадовать новости хорошие, друзья. Хорошие. Теплые, можно сказать, новости. Плюс 20. Даже выше, друзья. Плюс 20. И первые грозы. О, будем делать видео, как гроза. Ну, если поймаем, конечно. Гроза, молнии и так далее. Прогноз на Пасху. Давайте разбираться. Температура воздуха в Латвии на Пасху достигнет плюс 20 градусов. А местами, повторяю, местами прогремит гроза, прогнозируют синоптики. Вот где эти местами, интересно, будет у нас. Ну, посмотрим. Просто я к чему это говорю, друзья? Вот после дождей, после грозы начинается, после теплых дождей, конечно же, после теплых, как все начинает оживать. Трава сразу, кругом зелень, начинает почки, листочки и так далее, зелень в лесу, да и в городе также озеленение, там газончики, цветочки, друзья, красота, и настроение сразу поднимается, совсем другое настроение. Вот в нашу сейчас, вот жизнь, я вроде про погоду рассказываю, а все равно, я говорю, всегда, вы знаете, как звенья одной цепи. Да. Настроение совсем другое. Немножко как-то забывается о всяких невзгоды, о болячках этих, да, не будем. Вот, и о жизненной ситуации, конечно же, друзья. Погода очень влияет на настроение и так далее, и тому подобное. Так что же нам прогнозируют синоптики? Согласно последним данным, ночью и утром в пятницу ожидается дождь, местами сильный, днем осадков будет меньше. Пятницу, завтра, друзья, завтра. Не спутайте, да. Так и хочется сказать, вот сегодня пятница, а потом уже завтра выходной уже, за ваше здоровье. Спасибо вам большое за поддержку нашего канала. Отдельное спасибо. Да всем, друзья, кто не подписан, подпишитесь, большая просьба. Будет дуть западный ветер порывами до 11-16 метров в секунду. Но ветерок, конечно, будет нам немножечко вредить. Да. Температура воздуха ночью составит плюс 9, плюс 4, плюс 9 градусов. Днем от плюс 5, днем от плюс 5 градусов на побережье до плюс 13 градусов на юге страны. В ночь на субботу, вот на субботу теперь уже, внимание, во многих регионах возможен дождь. А днем ожидается преимущественно сухая погода. Слава Богу. Температура воздуха в субботу составит от плюс 5 градусов в прибрежных районах до плюс 16 градусов на юго-востоке. Воскресенье, уже воскресенье, днем при умеренном юго-восточном ветре ожидается повышение температуры от плюс 17 до плюс 22 градусов. 22 градуса. Ну, возможно, опять будем бить рекорд, будем побиты рекорды в этом году. Тепла, тепла именно вот этого дня. Воскресенье. Или как раз на Пасху. Вечером воскресенье и в ночь на понедельник во многих регионах возможны кратковременные дожди
и грозы. Местами с сильными ливнями. Градом, друзья, вот честно признаться, градом и мощными порывами ветра, честно признаюсь, вот договорю. Возможно, я бы этот прогноз и не стал бы делать, потому что недавно я как-то вам говорил, но не на все выходные, только на сегодняшний день, на четверг вам прогноз говорю. Готовьтесь к граду, град уже начинается. Вот если не трудно, зайдите на канал Серверок, Серверок, английскими, ну, либо латышскими буквами. Серверок – это канал нашего, YouTube-канал нашего младшего сына Андрея. Интересный довольно-таки канал. Ну, друзья, вам судить. Вот вы зайдите, конечно же, и посмотрите. Сейчас он катается по всем городам и всем поселкам, населенным пунктам по всей Латвии. Вы узнаете, почему он катается. По профессии, конечно. С солнечными панелями связано все. Он там как электрик, по электрике, там электронике всякой. Налаживает, устанавливает, подключает. Да. Посмотрите, он снял недавно видео. Град летел. Град хороший такой довольно-таки. Он еще говорил, как пенопласт летит. Да, интересный. Зайдите, пожалуйста. Посмотрите. Ну, конечно, по желанию, просьба, большая просьба от моего лица, от моего имени, от нас, вот как от родителей. Вот. Подпишитесь на канал. Поддержите, пожалуйста. Большая просьба. Спасибо заранее всем. Посмотрите. Ну, очень интересный. Нам никакие не новости, а вот именно по всей Латвии. И как у них лошадки, да, и пони там есть все, друзья. Ну, про погоду. Сейчас же весна, тем более праздничное настроение, праздник. Ну, католики будут отмечать 31 марта Пасху. И 4 дня выходных, повторяю. Чем вас всех и поздравляю. Всем здоровья желаю, благополучия, мира и добра. Между народами. Кратковременные дожди и грозы. Вас повторяю, местами с сильными ливнями, сильным градом и мощными порывами ветра. Вот почему я решил. Думаю, Господи, опять. Ну ладно, как-нибудь и это переживем. Понедельник после теплой ночи. Теплой ночи, вы не слышались. Я не оговорился. Вот я говорю, поэтому все зазеленеет и зацветет уже кое-что. Уже цветет первые цветочки. Теплой ночи после, когда температура на большей части территории страны будет превышать плюс 10 градусов, ночью больше 10, днем столбики термометров поднимутся до 18-22 градусов. Тепла, естественно. Солнышко. Немного прохладнее будет только на побережье. Но там всегда, как обычно, всегда. Прохладнее немножко. Ветер стихнет, слава богу. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. После Пасхи вновь похолодает. И вот с этим связано тоже, я хотел. Пока вот порадуетесь, хоть не порадуемся, давайте немножко. Хотя бы вот эти вот праздничные дни. Да, выходные дни. Ну, кому праздничные, кому выходные дни. Это уже, как говорится, решайте вы сами. Ну, я просто говорю вам, друзья, как есть. Да. Повторяю, после Пасхи вновь похолодает. Возможен снег. А по ночам температура может опуститься ниже нуля, к сожалению. К сожалению, ниже нуля. Но, вот сейчас первые вот эти цветочки, да, про погодку я закончил. Я вот эти новости решил вам преподнести. И заранее вас предупредить, готовьтесь к граду, мощному, сильному дождю, ливням, ветру, порывам ветра. Где вот сейчас же все на даче опять собираются, все на дачах что-то начинают уже делать, что-то устанавливать, где-то что-то поставят, уехали, забыли или ушли. Может улететь. И подарочек пролетит этот, ну что, мало ли что вы там оставите. Просто улетит. Парники, эти теплички улетают. Бог знает куда. И бог знает за сколько сот метров.
оказывается вообще на другом участке или еще где-нибудь на дороге, не дай бог. Да. А и кому-то нам на голову прилетит, не дай бог, конечно. Вот, друзья, поэтому после Пасхи, возможно, опустит, даже невозможно будет, да, заморозки. Я про цветочки хотел сказать вам, друзья. Первые цветочки, вот эти вот, весенние, они не боятся вот этих заморозков. Даже, наверное, до 5 и выше, но не боятся они этих морозов, даже больше бывало. Просто это ничего страшного, если вы даже высадили какие-то там типа анютины глазки или еще что-нибудь. Ну типа, я-то сильно в цветах-то не очень. И то, мне так нравится, друзья, про цветы. И, ну, цветами вот что-то вот так вот. Развешивать их, да, конечно. Вот даже сейчас, вот сейчас, вот где у нас тут наворошили после, я говорю, установки, да, новой канализации, установки, ну, конечно же, разрыхлили и, ну, попортили растительный слой, там, где вот эти маргаритки у нас были обычно, они там вечно все время маргаритки. Сколько лет мы здесь живем, столько лет у нас тут маргаритки, целые поляны. Вот кому не трудно, зайдите к нам на канал, смотрите. И я вот хожу, рассаживаю, ну, там возьму где-нибудь на той территории, вот где особенно мы сейчас с Наташей в этом году, как потеплеет, возможно, даже в эти выходные, может быть, снимем видео. Забор будем переносить. Оттуда где-то выкопаю маргариточки. Там вдоль забора, с той стороны территории, да, вот где дорожка наша. Ну, беру лопаточку маленькую там, или там как-то там поддеваю. Таким как черпачком поддеваю их. Ну, чтобы корни не нарушить. Маргаритки, маргаритки, рассажу. Как они красиво цветут. Вот скосишь. Бывало, первый прокос. Они через пару-тройку дней по новой. Ну, там, потому что завязи-то много. Семейства такие, знаете, вот такие. Семьями. Я про маргаритки говорю. Такие красивые. И красненькие, и желтенькие, и беленькие, и бордовенькие. Ну, в общем, все бельтовые. И вишневого цвета, и всякие. Ну, нравится, конечно. Красиво. Особенно сейчас вот напротив окна как раз. Ну, вот я говорю, где немножко нарушили. Вот где канализацию нам устанавливали. Бочку эту, бочку закапывали и так далее. Вот это все отводы туда. Ну ничего, вижу уже в этом году новые завязи начинают вылазить. Там, ну, где-то что-то рассеивается, другие цветочки. И мы, конечно, засадили тоже, покупали траву, семена травы. Клевер, по-моему, горчицу, если я не путаю. Клевер, горчица и газонная вот эта вот трава. Такая хорошая, такая крепенькая. Чтобы красиво, зелено было. Вот как скосишь, я говорю, первый прокосик. Ну, зелень-то зелень, а вот когда цветы, совсем другое, другая песня. Извините, друзья. Да, ветер поднялся. Довольно-таки порывами хороший ветерок. Приличный. Ну, пока у нас где-то в районе 12 градусов сейчас. Тепла, друзья. Вы прослушали, что будет плюс 20, даже плюс 22. И первые грозы. Это прогноз. Прослушали вы. Послушали и посмотрели. Прогноз на Пасху. Я вот хотел отдельно и предупредить вас. Град будет. Готовьтесь к граду тоже. Все, убирайте. Мало ли что чего. Ну, сказать вам, вот как в прошлом году, помните, как вот мы машину прятали, вот кто смотрит нас. Ну как, мы накрывали, и все равно, вот мы накрывали, и все равно по крыше немножко побил. Ну тогда летел град. Местами, наверное, с пол яйца у нас здесь. Смотря какого яйца, да. Куриного или голубиного. Ну, куски хорошие летели. Все равно оставил несколько таких вот вмятинок на крыше. Да, друзья. А так, да, если бы не накрывали, все. И капот бы весь был помятый. И, да, возможно, и стекла побил бы тоже. Ну, лобовое, запросто. Там достаточно хлобысь, и все. Он как камешек пролетает, небольшой вроде. Чик, и есть точечка. А от этой точечки потом трещинки идут. На лобовом, имею в виду. Вот в этих местах. Вот в этих местах, да. А там, а это крыша. Да, такой сегодня одел.
футболочку. Да, друзья, еще раз всех поздравляю с наступающей Пасхой. Ну, кто отмечает, конечно же, да. Ну, у православных будет Пасха, по-моему, в мае, если не ошибаюсь, в начале мая. Да, да, бывает, что у нас как-то вместе, да, бывают такие года у католиков, у православных и так далее. Вот, друзья. Поздравляю, желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Хороших вам выходных, друзья. До свидания. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий, любой, только не похабный. Только не похабный, да. Поставить лайк, написать комментарий, поделиться в социальных сетях, просто так с друзьями. До свидания. До следующих видео. Еще увидимся, друзья. Спасибо вам.